Все, допечатываю модель. Остается 30 минут. Самолет через 2 часа. Все, заселились. Слушай, давай карты. Понял. Давай дракончика, давай. Ну куда ты, ну Саша, ну что за фигня? Давай, вытаскивай. Саш, ну прицел, ну что такое, Саш? Хорош, хорош. Ой, что делать, что делать? Ты можешь замолчать на минуту хотя бы? Ну ты не можешь выбить, если. Боже, что, что ты... У нас же денег нет, Саша. Офигеть, он плотный. Блин, я вот мечтал таких роботов делать. Йоу, и так он помещается? Конечно, помещается, что за вопрос? Саш, ну здорово. Он реально, он прям... Да. На улице... Тревога. Дали подарки. Да, сертификат. Спасательный круг или лодка. Вот, стоим в очереди. Ух ты. Вот, едем. Arduino IDE. Я тоже, наверное, не уронил. Очень плотно. Это в планы не входило. Да ладно. Офигеть. Пока работает, нормально. Не туда еще продукт. Ты не так. А, нифига он хитрый, он даже эти продвигает. Так, теперь всем внимание. Вытравился, да, всем? Ну, вообще пофиг, что он там не доехал. По РГБ ездит? Да. Вот, он проскальзывает, я не знаю. Чё, вообще говно? А, ну даже приподнимает, нифига. Да. Так это чтобы расчинять. Отсюда можно забрать один на забег. Отсюда один на забег. Мы же вообще на доп там делали все. У нас двери нет. Не знаю почему. Я с чемпионом. Все только что делал. Наш кемпер. Ладно. Я хочу это верить. Одиннадцать и пять мало. Красиво не было, да. Что ты хотел сам? 11-2. Ну ДТ у вас какое-то, конечно. Ладно, я так. А что вы решили в этом году? Егор, а что ты? Я не перепоеду. Каждое решение. Мы на это потратили сильно. Сколько затратили? 2 дня. За прошлый день.
делать, ты будешь пешнее. В хрущевке. Хозяин моей хаты, наверное, не понимает, в чем я дом покинул. Я решил пока его не скользят. Второй раз пар лицей. Да. Стабильно. Я так и не понял, но по стыковам. Ну, Саша Фадеем тоже не все закладывает. Да, вот. Ладится. Я думаю, что они все фиксируют. Душная резинка. Йоу! Этот прицел. Да, прицел сбился один уже. Просто имба. Один. Считается, у меня сердце ёкает. Все обратно, пожалуйста, давай. Полы помыть. Им хорошая расстановка выпала. Он только сейчас отсортирует, а дальше не будет сортировать. Да,
О, выровнялся. Красавец, сейчас поедем. Вот сейчас тут главное не налажать, дальше проще будет. Ладно, 137 баллов нормально, если будет. Не знаю. Что, серьезно? По 4 сейчас загорелось. Прикольно. Молочек. Смотри, там что лампочка загорелась. Что, главное поставить еще? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Короче, итог дня. Мало тренировались. Дисциплины не хватает. Дисциплину надо поднять. Делать дисциплины. Бронили все кубы. Йоу, автобус. Можно оплатить уже? Ну. Что там будет? КАИ, да? Без понятия, не знаю, что приготовили. Все, едем. Третий, второй день. Сегодня доп будет. Вчера вообще не ел. Дисциплинировал себя. Расслабился уже. Вчера кубики уронили все. По ощущениям. Доп, не знаю, что будет. На улице дождь. Ей! Сегодня без КМС. Я вот в царе именно еще. Опять все уронил. На КМС. Едем на вечер дружбы. Вечер дружбы называется. Все, пришли на вечер дружбы. Давайте распределяемся. Жесткие аттракционы. Да, вот здесь вот нормально.
Не стоите за палочек, это лучаки! Это не магнит, не лезь. Нормально так до конца, правильно. Надо было разбежаться. Саня, красава! По-моему, она охиднела была. А что было? Лопнула? Порвалась? Да, порвалась. Фух, все, побегали. Нормальный вечер дружбы. Поиграли тут. Повеселились, подружились. Вот так. Два, один. Чисто старт без задержки. Подожди, там встань. Че ты? Ёб твою мать. У них уже есть клуб. Нету. 150. Нет, в смысле, у них фул до этого был. Нет, 150 было. Им. А, 150 было? Да. Не фул. И сейчас он мусор выгрузит. Он черный. Ну какой-то там, короче, мусор большой, не выгрузил из белой. Так это мы тоже не делаем. Не прикольно. Да, чисто рандом жестко. Ладно. Все, заканчиваем. Не позори, да. Хорош. Я думал, это на YouTube застеть как-то. Хорош. Выключи, не отправляй мне звук. Саша, только по грустную музыку можешь такое чисто какое-нибудь ставит. И грустное лицо Сани в конце. Так, подсчитали. Так, ну надо остановить здесь. Прошел последний день, челлендж. Проехали, но не фул. Чуть-чуть не сделали. Чувствовать себя востребованным. Вот так. То, что такие итоги. Пришли в парк. Не очень. Чуть не оказались. Чуть не сэр да сэр. Но сильно. Корпус доворачивать надо. Вот так. О-о-о-о, нормально. Удар на 900 максимум. И что ты, кто ты? Спортсмен. Давай, фигач. Я сейчас с разбегу. Ну, там это... Давай. Работает. Корпусом. Я офигею, что у него. Я должен побить это. Офигеть. Я должен это побить. Еще раз. 174. Как моя квартира. Карусель ветерок. Йоу. Городок заброшенный. Все, награждение. Уже утомились. Всех награждают. Даже по второму разу будут. КМС там, мастер спорта, призерство, очень долго. Сидим, ждем.
Все, наградили нас. Два кубка дали. Первый и второй. Первое место и второе первое место. Второе место. Это за разряд, это обычный. Подарков дали. Счастливая такая. Готово. Кучу подарков дали. Вот медали. Маша второе. Все, сегодня нам подарили коробку. Уже есть подозрение, что это. Ну да. Саш, как называется? Пломбир. Пломбир. Ого-го. Ого-го. Ну да. Он с колпаком. Да, это шестой. Солидный. Ты что думаешь, я снимал? А ты снимал, как я отпустил? Нет. Ты что, угарный? А ты что, не ты слышал чё, команды? Все, пришли на вокзал. Ничего интересного. Несу. Донести не могу. Вот наш вагон. 54 места. И нас 54. Ну или в том вагоне мы. Стоим, ждем. Приземлились, уже едем. Принтер поместился, если что. Там уже лежит чемодан, надо еще выше. Под столом вон там. Все, уже обустроились тут по полной. Уже уютно. Здесь я сплю. Все, второй прием пищи. Наконец-то дождались. То же самое. Нашли круассаны. Хорошая находка. Сегодня стукнуло 350 подписчиков. Поздравляю! И что нужно отметить. Да. Всем спасибо, кто подписывается. Бля, влево. Алло, у тебя телефон лагает. Да ничего не лагает. Да, он стреляет, я не понимаю. Саша, ты черт. Саша, ты черт, зачем ты платформу стреляешь? Она же вверх идет. Она потому что отскакивает. Куда она отскакивает? Вот и челлендж пригодился. У меня была занята. Фух, приехали в Екатеринбург. Донесли. Все, дошли до аэропорта. Аэропорта. Донес я коробку. Вот тут все. Возня какая-то. Саш, ты чё, придурок? Фух, я успел. Сейчас посадка уже будет. Сажают самолет вещами. Где-то там должен быть принтер, но пока я не вижу его. Может, его отдельно как-то грузят. Там наклейка стекло и не габарит это. Фух, сели. Место вместе. Прошлого самолета не записывал, было не очень. Дом какой-то смешной. Там, наверное, пилоты живут. Фух, сели.